По инициативе руководства колледжа сферы услуг на территории колледжа состоялось республиканское мероприятие с приглашением представителей Министерства образования и науки Республики Дагестан и заместителей директоров по учебной и учебно-производственной работе среднеспециальных учебных заведений республики. Программа мероприятия включала в себя обсуждение тем, таких как методические основы построения внутренней системы, гарантия качества профессионального образовательного учреждения и условия совершенствования производственного обучения студентов колледжа. Директор колледжа сферы услуг Зулайха Алижанова обозначила степень важности и главную цель заседания. Для чего мы хотели вас пригласить, кроме того, чтобы послушать гостей, чтобы вы с высоты своего опыта, своих знаний посмотрели наши учебно-производственную нашу базу, посетили уроки. Именно с этой целью мы подготовили 7 открытых уроков. Они разных, именно акцент на профессиональный цикл, это общеобразовательная дисциплина. Ибо мы, выпуская профессионалов, хочется, чтобы со всех сторон была здоровая критика. Хотелось бы ее услышать и ваше мнение, конечно, послушать в этой части. Помимо обсуждения и анализа тем, обозначенных на повестке дня, согласно программе мероприятия, были проведены открытые уроки производственного обучения по профессиям, получаемым студентами в стенах колледжа. Так, приглашенным гостям было предложено разделиться на 7 групп и принять участие в оценке практического мастерства учащихся колледжа. На нескольких площадках студентам была предоставлена возможность показать приобретенные теоретические знания. Я им давала домашнее решающее задание, чтобы мы приготовили еще не по теме несколько блюд, так как у нас сегодня гости, сегодня обед и завтрак, поэтому мы несколько блюд сразу готовим. Но основное у нас сегодняшняя тема урока была это паста. Решающее задание у них было дано на дом. Кто мне скажет, что такое паста, чтобы наши гости знали? Саида, расскажи нам. Паста с периодикой нашего теста для макарон. Также еще называется фетучини. Правильно, что паста, фетучини у нас вот такие вот еще бывают итальянские блюда. А кто еще мне расскажет? Иосиф, пожалуйста. Паста – это общее макаронное изделие. Примерно в разных языках, а также итальянские блюда, итальянская кухня. Это в переводе означает Правильно. Несомненно, подобные встречи заместителей директоров республиканских колледжей являются прекрасной возможностью обмена успешными методиками и навыками в работе в целях повышения качества образования. Профессиональный диалог педагогов направлен на приобретение и повышение эффективных методик в работе со студентами, но и, конечно, на оценку педагогической деятельности хасавюртовских коллег, объясняет Людмила Бреус, председатель методического объединения заместителей директоров по учебной работе Республики Дагестан. Я хочу отметить, как руководство этого колледжа отнеслось к этому мероприятию. Во-первых, все было заранее подготовлено, тематика определена. Подготовили план мероприятий сегодняшнего заседания, мы рассмотрели важные вопросы по образовательной системе. Это внедрение демонстрационного экзамена в государственную итоговую аттестацию учащихся. Но так как это учебное заведение, которое выпускало именно студентов с профессией, профессионально готовили, то теперь они готовят и специалистов среднего звена. По итогам всех мероприятий была дана оценка работе не только педагогов, но и степени подготовки самих студентов, которые приняли активное участие в реализации рядов проектов. В заключении для всех участников и приглашенных гостей был продемонстрирован концерт, подготовленный творческими коллективами колледжа. Зарема Хайбулаева, Самат Гакаев, информационная программа «Пульс».